В 9 серии 3 сезона сериала «Доктор Рихтер» новые пациенты клиники, мать и ее дочь-подросток, пострадавшие во время аварии. Рихтер понимает, что у девочки врожденная нечувствительность к боли. Этот случай очень заинтересовал доктора как возможный ключ к избавлению от его собственной боли. Ради этого он готов рискнуть даже жизнью пациентки. Сосредоточиться на деле Рихтеру мешает ревность. У Никольской появился новый ухажер Павел. Рихтер активно препятствует их встречам. Посмотреть очередную серию вы сможете 18 ноября.